Добро пожаловать на канал Event Screen, и в этом видео я решил сыграть в другую игру. Здесь жанр гонки. Для тех, кого интересно, эта игра называется Trackmania. Если хотите, можете в нее поиграть, она бесплатная. И сегодня я буду играть в ранговый режим. Давайте прямо сейчас начнем, нажму играть. И у нас начинается поиск. Ну, как обычно, нужно найти игроков. Если что, здесь играю я по сети. Играю я первый раз. Если вам понравится эта игра, возможно, видео, можете поставить лайк и подписаться на канал. Так, ну, наш матч нашелся. Пишет: ваш матч готов, запуск сервера. Ну, ждем. Так, ну все, я готов. Присоединение к вашему матчу. А, здесь 3 на 3. Прикольно, прикольно. Интересно будет посмотреть, как тут играть. Разминка. Так, ну давайте. А, ну здесь мышка не нужна, я понял. Здесь просто клавишами. У нас такой синий болид. Но здесь ребята, скорее всего, играть умеют. Один даже человек из России. Какой у него ник? Тукераран. Ну, нормально, я врезался. Так, давайте объезжать. Я думаю, что я здесь самый последний приеду. Я первый раз играю в эту игру. Не до конца даже знаю управление, тем более карты. Но здесь, вкратце, здесь суть — это просто доехать до конца, я так понимаю. Так, ну все, ввести. Так, у нас еще какой-то Питер CL05. Не знаю, что это за флаг. Напишите в комментариях, кто знает, что за флаг страны у него. Так. Давайте начинаем. 3-1, 2-1, гол. Проблема только здесь надо объехать. Так, объехали. Ну, ребята вырвались вперед. Здесь надо было направо повернуть. Я врезался. Так, ну я пока что на 5-м месте, а нет, я на 6-м. Едем, едем. Только я не понимаю, как они так далеко уезжают. У них, возможно, здесь есть прокачка в этой игре. Так, ну я уже 6-й, я так понимаю. Да, я 6-й, меня обогнали. Так, едем. Едем, едем. А, здесь на аутсайдера, видимо. Справа таймер, 10, 9. Я упал за карту. А как респавнится? А, это реплей. А как респавнится-то? Ну, в общем, я выбыл. Красная команда выигрывает этот раунд. К сожалению, мы проиграли. Да, не повезло ребятам. Ну, давайте дальше. И я врезаюсь в самом начале. Да как? Как здесь ездить? Так. Ну, вот я смотрю, этот чувак тоже новичок. А вот остальные, это уже явно мощные игроки. Так, давайте, давайте. Разгоняемся. Я реально не понимаю, как они так урываются далеко. Почему у меня останавливается машина? Так, давайте едем. Ну, видимо, мы опять проиграли, потому что я на 6-м месте. А, я уже на 5-м месте. А почему нас двое? А, здесь вот. Здесь получается короткая трасса, но я приехал к финишу. И кто выиграл? Ничья, нормально. Новый престижный скин. Какой-то скин нам показали. Так, ну давайте еще раз попробуем. В этот раз уже все, опыт у меня есть. Уже, в принципе, наравне еду с ребятами. Здесь надо направо. Так, ну мы уже рядом с друг другом. И я уже даже начинаю догонять. А здесь я вылечу. Нет, не вылечил. Так, не вылетел. Ну сейчас неплохо обгоняю. Так, ну мы вырываемся вперед. Не, ну это... Так, здесь надо самое главное попасть еще. Так, ну я за ним, и я впадаю. Все, мы вдвоем прилетели. Отлично, медаль золота, новое лучшее время. Ну отлично, в этот раз мы выиграли. Да, синяя команда выигрывает раунд. Так, ну все, я в принципе понял, что тут надо делать. Давайте 3-2-1 начинаем. Здесь я опять направо. Давайте по той же схеме. Объезд. Ну они вот быстрее объезжают. Так, здесь направо. Снова едем в турбо какой-то. Здесь по... А, вот занесло... Ух, я не врезался в столб, это хорошо. Но я потерял очень много скорости, и, к сожалению, мы проиграем. Нас почему-то меньше, и что вот... И вот что делать, когда нас меньше? Давайте, давайте. Они уже финишировали, да-да-да. Да, они финишировали. Ну, понятно-то. И я самый последний, я даже не попал. Видите, где я? Я прям возле таймера. А что мне делать-то?
Да, я не попал. Таймер закончился, и красная команда выигрывает. Но я понял, здесь надо... Получается, первые три места надо занимать. За остальные уже очки не дают. Так. В этот раз вроде все хорошо. Так, одного я... Мы уже одного обогнали из красной команды. И... Вот как они не теряют скорость, у меня вопрос. Здесь немного занесет. Врезался, по-моему, мы скорость потеряли. Но я еду третьим, и мы можем выиграть этот раунд. Здесь у нас скользкий пол. Меня обгоняет чувак. Меня как-то занесло. И я, мы, к сожалению, проиграли, скорее всего. А как здесь респавниться? Обучения даже не было. Какие клавиши надо нажимать? Ну и, к сожалению, мы проиграли. Либо здесь нету респавна. Красная команда выигрывает этот раунд. А, еще раунды будут. До 6 раундов, что ли? Не, ну мы должны выиграть. Первый раз у меня получилось отлично. Вот как они так урываются, я не понимаю. А, ну я понял. Когда едешь по траве, получается, машина замедляется. И я опять перевернулся. Спасибо за реплей. А как респавниться? Подождите. Я попробую сейчас все клавиши нажать. П. Но я нажал на П, это опять реплей. Не понимаю, как респавниться, но мы проиграли. Переживаю уже немного. Потому что нас еще двое, да и я только игру скачал. Так, ну давайте еще раз снова поправлю уже. Уже. А, все, я понял. Я здесь задеваю кусочек травы, поэтому так получается. Опять здесь я вылетаю на траву. А где все? Я здесь один? А почему я один еду? Я отключил, что ли, вид игроков? Я вообще никого не вижу, уже все финишировали. Решающий исход матча. А, это уже походу все, это финальное. Вот как здесь ездить, это капец. Давай, 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 разворачивайся. А, все, закончилось. 1-4. Красная команда выигрывает раунд. И сколько у нас раунд? 7 минут длился. Нормально. Да, бронза 1. Вот они, ребята, выиграли. Так, пропустить. Ну вот, в принципе, так выглядит команда победивших. Меня тут не хватает. Так, а как здесь пропустить? Какое место? 6 очков я забрал. У них здесь... Ну вот, у них вот этот Крафиксон, у них получается новичок. Так, давайте снова рейтинг. Это будет у нас последний матч. И на этом, пожалуй, закончим. Если вам интересно продолжение игры, как я играю в рейтинг в игрушке Trackmania, то пишите в комментариях, ставьте лайки. Если будет большая активность, тогда я продолжу снимать эту игру. Так, ну здесь снова поиск команды, 20 секунд уже прошло. А здесь можно вот в фоновом режиме? А, нельзя. Невозможно найти сервера. Ваш матч запущен, пожалуйста, присоединитесь к нему. Я присоединяюсь. Все отлично. Только... О, это уже какой-то город. Что это? Все белое, снежное такое. Ну, я чувствую, здесь я опять зафейлю. Какая-то слишком сложная карта. Я еще не... А, ну вот, разминка. Давайте попробуем понять. Так, ну здесь главное по дороге ехать. Здесь у нас рампа. О, здесь лед. Ох, другая физика совсем. У нас какой-то дрифт получается. Дальше куда ехать? А, вижу. Так, здесь по центру. Хорошо, здесь я понял. А здесь почему как-то странно. Машина хочет в дрифт зайти. А, ну здесь уже все. Здесь нормальная дорога. Здесь снова лед. И вот куда нам надо ехать. Все, я понял. Ну все, в принципе, трасса тоже короткая. Вот на Део. На Део автор. Так, ну против у нас получается... О, опять у нас Тукер Ран. И Смирнов Нобл. Натра 2008. Ренифлеур. Странный никнейм, тяжело читать. У меня с английским все плохо. Так,
Давайте здесь надо опять. Так. И самое главное вырулить. Давай, все отлично получается. Выруливаю. И здесь нам надо... Все, здесь уже не будет скользить. Машина контролирует, чувствует сцепление с дорогой. Так. Давай. И здесь самое... Вот здесь я... Главное здесь не зафейлить. И финиш. Да, 5-е место. Кто-то даже быстрее, чем я. Я думал, я тут самый быстрый, а по итогу нет. Ну, к счастью, хотя бы вот здесь уже я не могу врезаться во всякие столбы, кусты, какие-то деревья. Здесь уже все, здесь надо просто контролировать машину. Ну, как вот здесь проезжать надо? Здесь, возможно, здесь надо как-то... Нет, я не понимаю, как здесь, может, надо медленно. Либо понимать дрифт. Так, и здесь снова выезжаем на дорогу, тормозим. Пробуем как-то сократить. Чекпоинт, и здесь опять нам надо вылететь. Давай. Ух, я врезался. В этот раз уже 4-й. Очень хорошо. А почему красные выигрывают? У них больше очков, если вот 4, 7, 9, а ну да, у них 11. А как нам выигрывать-то, я не понимаю. Нам надо, чтобы кто-то из наших, получается, 1-е место занимал. Либо 2-е. Возможно... Не, ну здесь я уже все. Мне кажется, здесь я уже совсем плохо проехал, да. Я очень много времени потерял сейчас. Я на 6-м вообще месте. Так. Ну вот наш финишировал. И я 6-м, ну и капец. Даже этот раунд мы проиграли. Ну, видимо, это все последний матч проигрышный. Скорее всего, мне надо тренироваться в обычном режиме. Мне пока что рано играть в режим рейтинга. Так, вот я не понимаю, как... Мне интересно узнать здесь скорость, как-то маленькую берут или что. Вот я опять 6-й, то есть они приезжают как-то это. Так, давай, 5-й. То есть я 5-м вообще приехал. А, ну мы здесь все... И вот здесь походу можно сократить как-то путь. Не обязательно получается ехать вот так по трассе. Видимо, они как-то сокращают путь. А вот в чем смысл давать очки за 4-е, 5-е, 6-е место? Если они вообще ничего не дают. Здесь по сути вот главное 1-е 2 места забрать и все. Так, ну вот дрифт. Как они в этот дрифт заходят? То есть, допустим, я вот взял маленькую скорость. Все, вот. Вот сейчас, по идее, я быстро проехал, но я еду опять 6-м. А вот я даже кого-то увидел. Здесь что? А, здесь нельзя никак сократить. Или можно? Здесь, видимо, нельзя сократить. Хотя вот здесь заезд. Возможно, здесь можно сократить как-то. Да, ну я понял, здесь возможно как-то сократить. Если вот отсюда прыгнуть вот сюда как-то, то возможно. Так, а мы выиграли даже раунд? Как так? Я даже не заметил. Так, ну вот, опять надо контролировать машину здесь. Так, контролируем дрифт. Так. Давай. А, у меня еще написано цифра 6, это... Меняется цифра, интересно, или она так дается? Так. Ну вот, я сейчас опять еду. Каким я приеду? Опять 6-м приехал. При этом лучшее время. То есть они еще раньше приезжают. За сколько? За 22 секунды. Как? А, ну мы проиграли. Здесь получается, кто у нас? Ну вот, француз выиграл. Он 1-е место, бронза. А, это я бронза, а он на 1-м месте. Все, понял. К сожалению, не получилось в этом видео у нас выиграть матч. Я 9 очков заработал. У них заработало 8. Ну, получается, я на 5-м месте по очкам. Наш 17, 29, у них 26, 31. Ну, вот у них играют очень хорошо вот эти ребята. При этом это бронзы. А, ну, это новички. А как они так играют? То есть у нас вот чувак... Не новичок, я бы сказал, бронза, он умеет играть. И при этом эти новички, они так отыгрывают хорошо. Так, ну давайте назад, на главное меню. Назад, здесь настройки. Ну вот, здесь у нас такой болид синенький. Сине-красный, белый, прикольная, кстати, раскраска. И
Ну и даже костюм прикольный. Но на этом я буду завершать. Спасибо, что смотрели мое видео по игрушке Trackmania. В этом видео мы сыграли в режим ранг. Попытались что-то сделать, попытались отыграть, понять механику игры, понять вообще, в принципе, каково это ездить на болиде. Поехали мы, получается, на обычной трассе, на снежной трассе. Поняли, что, в принципе, очень тяжело быть водителем в этой игре, и нужно к чему-то стремиться, как-то развиваться. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Evens Screen. Здесь выходит видео по игре, возможно, будут стримы. Если вам понравится, предлагайте свои идеи в комментариях, ставьте лайки. И если вам интересно мое видео и вы хотите следить за выходом новых видео, то подписывайтесь, ставьте колокольчик, и так вы не пропустите видео. На этом я буду завершать свое прощание. Всем пока.